Всем привет, приветствую на канале. Сегодня посмотрим температуру коробки на полностью прогретый двигатель. Машина проехала порядка 30 километров без остановки. Вот температура двигателя. И сейчас при помощи ИНПы посмотрим, какая температура коробки. Заходим в ИНПу. Ссылочку на установку ИНПы оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. После того, как мы зашли в ИНПу, нажимаем D53 кузов, выбираем трансмиссия и Control модуль GS19. Два раза на него нажимаем и заходим во вкладку статус и выбираем аналог 1. У нас клавиша F7. Здесь у нас скорость двигателя меняется, скорость турбины, процентное соотношение нажатия педали газа, температура двигателя и температура коробки. У нас 84 градуса Цельсия. Только что было 85 градусов. Машина проехала порядка 30 километров без остановки. Нажимаем Back и End. Наше меню ИНПы. Ссылку на видео о установке DIS оставлю вверху и под видео в описании. Ссылку об устранении неисправности подсветки номерного знака оставлю вверху и под видео в описании. Если температура коробки заходит за 90 градусов, превышает 90 градусов, коробка будет падать в аварию. Скорее всего, неисправность в термостате коробки, его следует заменить. Температура 100 градусов и выше уже критичная для АКПП. Термостат коробки находится у нас под расширительным бачком внизу. Ссылку на видео о том, как снять расширительный бачок, оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Переходите по ссылочке. До встречи на канале.